Всем добрый вечер, добрый день. Поскольку я знаю, что многие из вас будут просматривать это видео из абсолютно разных стран, хочу представиться. Меня зовут Красногир Ангелина. Я являюсь ведущим специалистом британского издательства Harper's Press. В рамках нашего нового YouTube-канала контента мы решили каждый записывать небольшие видео, связанные с, как в рамках SCG Life. В этих видео мы повествуем немножко нашего мнения на ту или иную вопрос. И сегодня мне рандомно попал вопрос о том, что для меня творчество и как оно влияет на мою жизнь. Поскольку я далеко не творческий человек, хотя в душе, наверное, каждый из нас немножко творческий, просто у кого-то больше, у кого-то меньше. Для меня творчество это было всегда и есть, и остается экспрессивным выражением того, что у каждого из нас в душе. Это первое. Это самое главное. Это не здесь, это вот в наших сердцах. Поскольку мы выражаем это через наши эмоции, чувства зачастую, но творческие люди, они точно это выражают через их произведения, через рисунки, через поэзию, прозу, через музыку, через танцы, одежду, искусство. Все то, что можно назвать искусством, все то, что выражает наши эмоции либо состояние, которое дарит нам мир, которое вдохновляет нас, это и есть искусство. Поэтому для меня творчество — это все то, что люди могут выразить без слов. То есть это может быть отражением в музыке, на холсте, на листе бумаги и так далее. Для меня больше всего, скажем так, в мою душу проникает музыка, поскольку именно, наверное, из всех перечисленных мной искусств музыка вот слишком сильно и слишком глубоко цепляет мое сердце. Вот, поэтому спасибо большое за просмотр и прошу прощения за ветер в Беларуси.